Вот привезли морковку. Вчера промыли, маленько Володя промыл, и то ведра грязи ушли. Я-то, видите, думал, что ремонтом заняться. Давай, ну а пообедаешь. Там-то в притирку, там на траве так неудобно. Никакой притирки, вот к вот сюда, вот, вот. Куда? Ну вот где бревно лежит, это да, как к нему вот так вот поставь. А, я думал, что да вот туда. Да не надо хотели, туда, ты ставь, здесь тебе удобно будет, и ну, нам видно. Ну, я просто задом тогда спрячу. Да, да, задом все. Сдай, и все. А тут от нее, видишь, какая тень идет. Видите, так. Как клен-то вырос, я. Вот туда поставят, и все. Клен-то как вырос. А-а-а. Действительно. Отходите. Давай. Везде прошла. До того люблю эту машину, но где-то что-то не хватает. Давай, давай. Давай, маши. Маленько туда, туда. Все, пошел, пошел. Хорош. Хорош. Дальше не надо, ему открывать дверку надо будет. Все. Это палатки военные. Ну, конечно, запачкается немножко. Но вчера тут грязи было больше. Это матушка Людмила нас наградила. Так. Да, все. Володя, вот это, раскинь палатку сразу. Ну, я насчитал около 15 голубей таких и таких, наверное, штук 5. Может быть, неправильно посчитал. Вон туда вываливай. Вот сейчас рассыпать надо. О! А вечером собирать. А мешки куда-то? Ну, это последнее. Да. Вот и все. Отдельно тыквы не оставляю там, потому что люди не понимают, что... О, это наша. Это такая выросла нынче капуста. Смешно, конечно.